Что ты можешь сказать по поводу замечаний относительно техники пасодобле? Я скажу, что бальный танец мне родной, и для меня этот стиль, ну не скажу, что как рыба в воде, конечно, замечаниям надо прислушиваться, но самое главное это ощущение, которое мы испытываем после станцованного номера, а эти ощущения ни с чем не сравнимы, и это было супер, это было лучше, чем на каждой репетиции, когда мы танцевали этот номер, все получилось, все было четенько, все поддержечки, ну мы довольны, придраться и стремиться есть всегда к чему. И это правильно. Но самое главное, что понравилось нам, хореографам и, надеюсь, телезрителям. Согласен ли ты с мнением судьи о том, что партнерша немножечко тебя затмила в этом номере? Я скажу, что в парных танцах такого не бывает, что партнерша или партнер кого-то затмевает. Если действуют правильно две силы, парень и девушка, тогда, наверное, это даже лучше, когда партнер показывает партнершу с лучшей стороны. Я считаю, что я свою функцию выполнил и задачи все сделал, особенно в поддержках. Было очень сложно, но я сделал все, и я рад, что Наташа была чуточку ярче, может быть, даже не чуточку, но по фильму это так и было. Мы изображали и играли роли из фильма «Собака на сене», а там, извините меня, писарь и Диана, баронесса, которая... С ней хоть армия станет поклонников, там и Караченцев перед ней выпивал, и другие бароны, но она была на высоте, она была ярче всех, поэтому по образу было сделано все правильно.